Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Injustice, и у нас новая теория. Амир Амангельзиев прислал нам ее, и это Дэдшот, Харли Квинн и Бэтмен. Да, здесь у нас по сути Дэдшот является главной персоной, и он здесь дамажер. Супер дамажер, я вам скажу. Благодаря Харли Квинн, благодаря Бэтмену и благодаря, конечно же, экипировке самого Дэдшота. Начнем с Харли. Что же она преподносит Дэдшоту? А именно, Харли и ее союзники получают плюс 20% к урону и скорости набору силы. Это все. У Бэтмена приблизительно то же самое. Бэтмен и его соратники наносят на 25% больше урона. Довольно-таки неплохо. Ну и сам Дэдшот. У него стоит экипировка «Особая винтовка», «Клинок бога войны» и «Длинный меч», что говорит нам о том, что он наносит на где-то 140, по-моему, процентов больше урона. И это самое главное, мне кажется. Ну и, конечно же, его пассивка с 200 на 250%. Итого бья тапами. Бья. Да, вроде бы я правильно сказал. Тапами, то мы наносим просто офигительный урон. И таким образом я как раз таки прошел эпическую битву. Все 5 поединков в этой эпической битве я прошел довольно легко и благодаря лишь одному Дэдшоту. На Харли я сразу скажу поставил Лекскор, а на Бэтмена я поставил 4 мир. Ну, чтоб если вдруг что-то не то произошло, то я мог воспользоваться этими персонажами. Но самое главное здесь это, конечно же, Дэдшот. И да, я не записал пока что ролик «Первый взгляд» на Джокеров, на двух Джокеров, но в скором времени, возможно, это сделаю. Просто пока что вышла такая шикарнейшая теория. Скажем спасибо Амиру. Ну и давайте попробуем протестить этих персонажей в деле. Эпическая битва, первый бой. Если что, то мне уже экшена по горло хватает, но, честно говоря, он продолжается. И вы посмотрите... Сейчас у нас здесь выскочил Бэтмен, наносит сейчас сразу же спецприем, это понятное дело. Главное, чтобы не выскочил Аквамен, потому что с Акваменом у меня все время проблемы какие-нибудь. О, блин, вот это да, вот этого я не ожидал, конечно, в самом начале, что набью щейп по Супермену. Но получилось как получилось. Так, снимаем с него эту полоску, ну и, конечно же, наносим оглушающий. Отлично, оглушающий сработал вовремя. Но, блин, ты чего не провел? Добивание надо было сделать все-таки. Ну ладно, окей, без него обойдусь. Так, окейушки. Так, тут выскочил у нас Аквамен. И с Акваменом, я думаю, разберусь. Сейчас я нанес блок, сейчас он по мне наносить урон будет. Бух-бух-бух, готово, все отлично. Так-так-так. Блин, давай меняйся. Меняйся на следующего персонажа. Нет, нет, ну почему, когда я начинаю что-либо делать, выскакивает какой-нибудь рандомный перс? Что я сделал сейчас? Зачем? Это не тот Бэтмен. Ты перепутал немного. Это я сам себе говорю сейчас, да? Бывает и такое. Ладно, хорошо. Сейчас нанесем, я думаю. Урончику, тихо. Тихо. Все хорошо. Получай-ка динамитика. Вкусно, да, Аквамен? Ну ладно. Нет, ставим блок. Ставим блок. Пока что. Блин, вот это да. Это жесть просто. Это просто жесть. Все. Все, я потерял Бэтмена. Хотя у него сейчас восстановление будет. Но я не знаю, конечно, что делать. Что делать, что делать, что сейчас делать? У него, блин, спецприем 2 накоплен. Выноси его сразу же. Спасибо. Так, блин, здесь бы, конечно, оглушение мне не помешало. Ну ладно, обойдусь как-нибудь и без него. Это что такое? Что происходит? Аквамен, очнись, блин. Хренов, ты придурок. Блин, очнись ты наконец-таки. Сколько можно набивать? Ты что-нибудь сделаешь, а? Ты чё застрял-то на одном месте? Да ёшкин кот, я даже спецприём использовать не могу. Ну давай постоим. Ну может персонажа выбрать хоть смогу. Ребят, у нас тут просто драка идет, драка, вы не обессудьте. Ага, снова у нас, значит, первый бой. Честно говоря, я уже не знаю, что говорить насчет этих первых боев всех. Мне они уже, честно говоря, надоели, потому что уже не первый баг, и поэтому я просто-напросто, ну, стараюсь как-то, я не знаю, сосредоточенно, что ли, играть, пройти эту первую битву, наконец. Даже не сосредоточенно я играю, как вы видите, моего дедшота потихоньку избивает, я даже особо... Внимание на это как такового не обращаю, просто выношу уже всех, возможно, даже не особо выношу, но в целом хотя бы от этого же дедшота мы избавились, потому что на земле может быть только один дедшот, двух быть не может. Молодец, Бэтмен, ты попал прямо по
по Джокеру. Все очень и очень круто. Супер прям. Вампиризм подействовал. Хоть бы у меня он хоть раз подействовал. Я бы рад даже был, возможно. Но он у меня ни разу не подействовал. Вот в чем беда. Ладно, хорошо. Так. С тобой, я думаю, тоже разберусь. Подходи. Получай. Первый выстрел, второй выстрел. И третий на добивание. Ну, практически на добивание. О, вот это да. Победа! Молодец, Джокер! Джокер, ты только что победил самого слабого персонажа. Самого слабого, еще раз повторюсь. Да, потому что Харли Квинн здесь, по-моему, самый слабый персонаж, но не самый сильный. Воу, как брутально Джокер подошел. Думал, наверное, что сумеет победить меня, но не тут-то было. Так, ну и здесь у нас Харли. Харли, что же с тобой делать? Блин, при том, что я лишаюсь все время здоровья. Мне неинтересно, конечно, то, что меня сейчас избивает, поэтому пошла вон отсюда. Ох, а сейчас я лишусь еще одного. А нет, не лишился. Странно даже как-то. Бумс. Спецприем один. Так, оглушение. И дальше вот такие вот урончики пошли. Так, наносим сейчас как можно больше урона. Накапливаю спецприем 2. И, конечно же, пытаюсь наносить урон спецприемом 2. Вот так вот. Атакует. И Джокер, по-моему, не блокируется даже. Нет, все-таки заблокировался. Все-таки он заблокировался. Но да ладно. Сейчас спецприем 1 использует. Бамс, готово. Так, вампиризм. Подействовал, не подействовал. Блин, нокаутировала вот эта вот фигня. Меня нокаутировала вот эта вот пассивка. Блин, точнее экипировка даже. Причем здесь пассивка? Победа, ну хоть что-то. Я-то думал, меня сейчас прикончит тупо пассивка этого персонажа. Но не тут-то было. Да, Харли, молодец, ты нас выручила. Нанесла всего лишь 412 урона. Но я не старался из Харли Квинн сделать какого-то имба-персонажа. Потому что здесь весь акцент сделан на дедшоты. И как вы видите, 314 тысяч урона нанесено не просто так. Супермен Injustice 2, Супермен Красный Сын и еще какой-то фиг. Зеленый фонарь, да, я знаю. Ну да ладно, сейчас разберемся мы со всеми ими. Я думаю, отлично, наконец-таки проведите все время вот этой вот фигни и добиваюсь, ребят. Когда вы видите, что я по несколько раз наношу дедшотом какой-то... Опс, урон. Это значит то, что я пытаюсь добиться, да, вот этой вот фишки проведите. Потому что благодаря ей дедшот и тащит, по большей части. Бац, готово. Как вы видите, не просто ж так он вынес персонажа. Благодаря этой фишке. Так, ставим блок здесь, конечно. Восстанавливаться. Не знаю, что он восстанавливает. Возможно, что-то восстанавливает, но сейчас хотя бы будет шанс чего-то восстановить. Отлично, немного урона мы нанесли этому персонажу. Хоть что-то. Так, сейчас бы выскочил бы... Да-да, именно вот тот вот персонаж, который спрятался. Надолго, ненадолго? Нет, ненадолго. Так, окей. Выпускаю дедшота. Пошел вон, слился. Ах, вот, да. Вот здесь, конечно. В этом-то вся фигня. Надо подлечиться хотя бы чуть-чуть, потому что... Сейчас просто будет дикая бойня. Отлично. Первый опрокидывающий удар готов. А вот дальше как быть, я не знаю сам, потому что меня этому не научили. Ладно, хорошо, сейчас постараюсь что-нибудь сделать. Думал, оглушающий будет, но нет, оглушения не было. Так, опрокидывающий удар. И давай, спецприем 2. Отлично. Еще один. Раз, сюрикен, два, точнее не сюрикен, а батаранг, и три батаранг. Так, остается нам только дело за малым. Сделать так, чтобы он не стал накапливать спецприемы. Дальше я наношу свой, он не блокируется. Давай, блин. Я думал, опять оглушение сработает. Почему-то он сейчас вообще хилиться перестал. Странно как-то, ну да ладно. Наоборот, я, по-моему, хилиться начал, но никак не он. Давай, разблокируйся ты уже, ё-моё, сколько можно ударить по тебе. Давай, спецприем. Блин, все-таки блок поставил, но я думаю, добьем. Все, сюрикены, вся надежда на вас. Победа. Это был только второй поединок, второй бой. И, честно говоря, вот за этот второй бой дедшот, конечно, здесь нанес больше урона. Я могу сказать, что возможно эпическую битву я сейчас и пройду.
Но давайте посмотрим, что будет дальше. Следующий бой. Здесь у нас, как вы видите, стандартная тима. Ничего интересного, по сути, нет. Даже этот Бэтмен из себя ничего такого интересного уж не представляет. Особенно, когда на нем даже экипировка нет нормальной. Так, ставим блок. Ага, молодец, молодец, Супермен. Так надо. Замечательно. Так, ставим здесь опять же блок. Ну, и здесь, скорее всего... Да, урон он немало нанес. Значит, это Лекскорп. Могу сказать откровенно, да, это скорее всего Лекскорп. Так, наносим урон. Ставим здесь... Ох, а вот оглушение... Я не ожидал оглушения вообще. Я выбирал Бэтмена. Это нечестно сыграно со стороны, конечно же, Флэша. Но да ладно, я уже к этому привык как-то. И тут, скорее всего, да. Здесь, скорее всего, четвертый мир стоит. Наносим еще больше урона, восстанавливаемся. И пока что у нас идет процесс... восстановление. Что у Флэша, что у меня. Так, ну здесь хотя бы оглушение сработало. Это уже неплохой результат. Если я сейчас динамит выберу... Зачем розу ты выбирала? Ну зачем ты это сделала? Специально, все специально. Здесь все разыграно. Блин. Ладно. Ладно, еще есть шансы. Еще есть шансы. Давай без приема сразу же. Первый наноси. Отлично. Во, подлетай. Фу, первую полоску мы сняли. Неужели? Неужели первая полоска снята? Осталось еще одну. Осталось еще одну добить. Так, встает флеш. И давай сразу же по нему урон. Победа. Да, все-таки Бэтмен здесь и Харли Квинн затащили. Молодцы. Дедшот, к сожалению, здесь у меня очень быстро слился, но при этом нанес все равно урона больше, чем Харли. Это круто. Ну и что ж, чем дальше, тем хуже, но тут хотя бы есть у нас возможность победить, потому что в самом начале у нас обычный Бэтмен, обычный Бэтмен, ничем не примечательный. И, конечно же, вот тут вот мы наносим уже дофигища урона. Это круто. Так, главное сейчас, конечно, не менять персонажа особо, потому что вы сами понимаете, что это значит. Тогда у них накапливаются спецприемы по какому-то... по какой-то причине. Я не знаю, по какой. И очень быстро они накапливают их. Так, вроде бы... Нет, заблокировалось все же. Ставим блок. Блин, а это, по-моему, может и восстанавливать их себе, вроде как. Если я не ошибаюсь. Ну ладно, сейчас снимем урон, а дальше выберем другого персонажа. Я не восстановил нифига. Ну, отлично. Так, наносит нам урон, а мы в ответочку получай. Так, Бэтмен, вся надежда на тебя сейчас. Бац, готово. Блин, ну мог же хоть что-нибудь ты сделать, кроме как нанести урон вот такой мелочный. На самом деле, можно же было больше. Фу, восстановил Дедшоту здоровье, теперь можно его выпускать заново. Так, отлично. Харли, давай, ты уже сделала все, что могла, нанесла урон по персонажу, ну здесь, конечно, мне бы дождаться сейчас Супермена. Пускай бы он ее прикончил, если вдруг ему так этого очень хочется. А я уверен, ему этого хочется. Давай, вызывай уже этого. Эй, ты чё стреляла-то по нему? Ты по какой... по какой-то причине вообще по нему-то стрелять начал, а я блок держал. Блин, женщины, что с ними не так? Получай, отлично. Так, о, все. Все, победа. Да, победа. Ну, почти победа. Совсем немного оставалось, конечно. Бац, готово, готово. И давай, Дедшот, добивай ее. Просто добивай. У нее еще одна полоска. Вашуш-машуш. Так, так, так. Давай, 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 Дедшотик. Давай, родненький. Совсем чуть-чуть осталось. Давай, давай, давай. Победа, хорошо, очень хорошо. Четвертую битву прошли, осталась всего лишь одна, пятая битва, 787 тысяч урона за полторы минуты, это жесть. Фу, надеюсь, что мы победим пятую битву и пройдем ее, эпическую. Перед началом боя мне бы хотелось сказать, что эта тима довольно серьезная. Экипировка полноценная, Лекскорп, четвертый мир, Лига Убийц, также это персонажи... Injustice 2, ну и, конечно же, Чудо-женщина, что не так уж и хреновенько. Да, можно их победить. Не знаю, справится ли Дедшот, но надеюсь, что справится, потому что первоначально спецприемов ни у кого нет. Поэтому, если я выпущу какого-то другого персонажа, нежели Дедшота, то, возможно, я проиграю. Но давайте посмотрим. Так, сразу в начале самом начинаю наносить какой-то урон. Самый первый такой урон, можно сказать и так, потому что, по большей части...
в самом начале и решается исход битвы. Кто-то это понимает, кто-то не совсем понимает, возможно, но в целом это так и есть. Как вы видите, в самом начале я нанес неплохой урон по данному персу. Сейчас мы вынесем еще одного персонажа. Так, ставим блок. Он не должен блокироваться. Он не должен был блокироваться, но он заблокировался. Меняем перса сразу же. Понятное дело, тут придется мне поменять его. Хотя я и не сильно-таки отличился, если честно, дедшотом. Давай, давай, давай. Бац, готово. Первый удар нанесен. Второй, третий, четвертый. Пошла вон отсюда. Фу, хорошо, что Супермен не вынес меня сразу же. Давай, цветочек. Отлично. Молодец. Я не знаю, Харли Квинн я цветочком назвал, либо то, что она только что выпустила. Но в любом случае это выглядело эффектно. Получай, лежать быстро. И наносим еще вот такой вот ударчик. Бац, готово. Все может пойти не так, как нужно, потому что в любом случае тут кто-то может нанести урон, еще что-нибудь сделать. Может пойти что-нибудь не так. Отлично. Давай, выноси его. И сразу же спецприем. Спецприем. Фу, отлично, хорошо. Вынесли. Дальше выбирай Бэтмена. Спецприем 2. Давай, 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 блокируйся. Блин, он не заблокировался, но да ладно. Ну сейчас-то можно было хоть что-нибудь сделать. Ну да ладно, я уже рад тому, что остался только один персонаж. Один лишь персонаж. 40%. 40%. Бэтмен еще жив. Дальше я выпускаю дедшота. Наносим урон. Так, отлично. Он восстанавливается, но не намного. Так, 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 так. Остается совсем чуть-чуть. Давай лупи. Сильнее лупи по экрану. Я уверен, что это помогает. Морально хотя бы. Победа. Эпическая битва пройдена. Ребят, вы подумайте, почему я настолько, скажем так, отношусь серьезно к этой вот битве эпической. Потому что за вот это вот время, за сегодня, я снимал очень долго этот ролик. Очень долго, я вам скажу. 3 раза игра баговала, 1 раз я слил. И вот на этот раз я, конечно же, победил. Прошел я помощь полностью. И прошел эту битву одним лишь, по сути, дедшотом. Потому что я уверен, даже сейчас, не нужны мне ваши карточки, уйдите. Даже сейчас он нанес больше всех урона. 428 тысяч. Была полностью шикарная сборка. Полностью собранная сборка. Четвертый мир, Лекскорп, все дела как нужно. Как нужно. И я вам скажу так, что... Я победил. Ладно, давайте глянем вообще, какая у них экипировка. Честно говоря, я могу фигню наговорить. Ну да, все-таки та, что надо, экипировка у них стоит. Та, что надо, экипировочка на них стоит. Поэтому я вам скажу так, что это просто бомба была. Фу, все, ребят, вот это вот просто теория. Она, я вам скажу так, шикарнейшая теория. И то, что дедшот наносит дофига урона, это правда. Пользуйтесь этой тимой, я думаю, она вам очень сильно поможет, особенно в битвах по сети, либо если вы кого-то хотите выиграть. Потому что на дедшота, по-моему, испытание уже было, если я не ошибаюсь. Сейчас идет испытание на Джокера, вроде как. Даже давайте сейчас гляну на всякий случай, чтобы не быть голословным. Да, а нет, Харли Квинн. Сейчас на Харли Квинн испытание, значит, скорее всего, следующее будет на Джокера. Ну, в целом, как-то так. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.